В конце прошлой недели воркутинские пожарные отличились при ликвидации возгорания в одном из домов по улице Привокзальная. К тому же с наступлением лета, в первые же теплые дни, многие устраивают отдых на природе, в том числе разводя костры. Пожар в квартире произошел ночью. Стремительно со второго огонь распространился на третий и четвертый этажи дома. Точные причины возгорания сейчас назвать трудно, но это не поджог, уверяют пожарные. Квартира, в которой случился пожар, пострадала достаточно серьезно. Другие квартиры пострадали меньше, но это же, в общем-то, достаточно серьезный материальный ущерб. Значит, в ходе тушения этого пожара работниками пожарной охраны было спасено 9 человек, в том числе 4 детей. Малолетние дети, там самый старший, по-моему, 2007 года рождения мальчик. Пожар удалось ликвидировать достаточно быстро. В летний пожароопасный период особенно велик риск возгорания тундры, где так любят отдыхать воркутинцы. Во-первых, костры запрещено разводить ближе, чем 50 метров от зданий и построек. Кроме того, в тундре также есть различные зоны отчуждения. Это вокруг железных дорог, вернее, вдоль железных дорог, линии электропередач. Вот в этих зонах отчуждения также запрещается разводить костры. Еще один важный момент – поджоги бесхозных помещений, которых в городе с каждым годом становится все больше. Воркутинские пожарные призывают горожан внимательно относиться к таким строениям, ведь с пустующего огонь может перекинуться и на жилое помещение. Александр Воеводин, Марина Зайцева, ТВ «Гало», Воркута.